Ну что ж, похоже, мы в эфире. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну, а также дедушки, бабушки, отцы, матери, внучки, жучки, кошки, мышки, все любимые, все родные. Лариса, как? Лариса, Лариса Лазарева, Алекс Лисовский, Елена Прудникова. Как приятно читать вот вашу фамилию. Кот какой-то. Чего? Кот. Кот, кот, привет. Кот. Елена Солнцева. Леночка, здравствуй. Привет, друзья. Понимаю, что вы рады, и мы тоже рады, потому что мы встречаемся с вами сейчас вот в эти секунды, вместе летим на одной планете вокруг замечательной звезды. И это сегодня 28 число, 28 февраля 2018 года. Вот Регина с меня блыкает. Вот. Привет. Удивительный день, контрастный день, может быть, где-то и страшный день. Марина Штибер, привет, вижу, привет. Модест. Модест, эколог наш, правильно. Модест очень правильно позвонил, вышел. Песня, которая будет сегодня, она посвящена и тебе, Модест, тоже. Что хочу сказать. У нас радость большая, насколько понимаю, на Руси. Я не зря позаговорил про бабушку, дедушку. Главный дедушка-то. Главный старикашка Российской Федерации объявился. Объявился, а говорили, ой, нет его, это ужас, и нет России. Объявился, и еще лучше, краше стал, чем был. Вот такой лоснящийся, просто красное солнышко. Вот. Он каждый раз, когда исчезает, потом появляется, вот он все время лучше и лучше становится. Вот насколько я заметил. Восход солнца. Как восход солнца, да. Помните, какой он раньше был, когда чемоданы носил? Были такие выпученные глазки и такие губки, как у рыбки. Понимаете? Как у рыбки. Губки у него были. Вот. А потом все стало наоборот. Как он возвращается, то ли косметологи, то ли зоологи над ним поработают, у него все это ширее, круглее, красивше, глазки уже, как у чухчи. А кто это там такие гневные смайлики шлет? Кто-то гневный шлет. Кто-то недоволен. Ну, пускай будет такие. Вот. Что-то дедушка, наверное, не нравится, что я хвалю дедушку. Вот. А губки эти, как у рыбки, потихоньку исчезают. Вот это и рыбки на прошлое вместе с ними уходят, как бы так. Вот, они все становятся уже, так. Солиднее и злее. Ну, хватит. Вот, хватит, да, да. Ладно. Значит, оператор нашего эфира Елена Пинчук сказала, что я уже заболтался уже. Перехвалил дедушку. Но я должен сказать, что те, кто волновался зря, потому что он всегда, он исчезнет на неделю-две и вернется. Вот, а он исчезал во время Беслана, насколько помню, напрочь. Он исчезал во время Норд-Оста напрочь. И если... Ну, поправьте меня, там, друзья, если я не прав. Вот. Насколько мне память не изменяет, он исчез 3 года назад, когда не стало Бориса Немцова. Просто тишина. Не стало дедушки, и все. Вот. И вот, собственно говоря, 28 февраля, в ночь на 28 февраля, Бориса Немцова не стало. И вот сегодняшняя песня, которую хочу исполнить, она как-то... хоть не связано с ним напрямую, но ассоциируется у меня теперь с ним, только с ним. Эта песня «Это наш город». Написано черти когда, когда мы еще выгоняли башню «Газпрома» от того момента, места, где ее собрались строить, от Смольного. Еще Шевчук приходил на митинг, ну, все приходили. Вот. Но мы выгнали, как вы помните, эту башню «Газпрома», она находится там, где им положено быть, на окраине. Вот. А песня потом пелась во время одной из акций 31-го, акции 31, когда мы... А сегодня, кстати, эфир номер 31. Да? Серьезно? Да. 31, ну, может, такое совпадение. Гуляли мы от Дворцовой площади к Сенатской. Была Оля Курносова, был... Миша Барзыкин, кстати, был с нами. У него не было гитары, я был единственный, кто был с гитарой. Петел, когда Путин выше Магадан, по-моему, что «Медведь писец». И вот эту песню «Это наш город» мы спели. И почему-то Борис очень смешила фраза «Газпромов дикая орда». Не знаю почему, она его сильно рассмешила. Вместе с нами был. Лена,
напомни потом, сбрось эту запись в комментариях. Хорошо? Вот. И вот поэтому, когда я пою эту песню сейчас, я вспоминаю, как вот стоит Борис рядом, улыбается, подпевает. Вот такие дела. Жалко. Жалко, да. Досадно, что действительно ушел красивый, молодой человек. Молодой человек. Не старикашка какой-нибудь. А тот, кто мог бы красиво представлять Россию на мировом уровне. Кандидат в президенты только так. Потому что имел опыт руководства целым регионом. Он Нижний Новгород, был губернатором Нижнего Новгорода, насколько понимаю. И вот... Нижегородцы, привет. Нижегородцы, привет, да. И вот представляете, да, вот нет его. И даже, по большому счету, заказчики, которые убили его под стенами Кремля, не найдены, не наказаны. Мне кажется, комментарий тут излишний. Единственное, что могу еще добавить, что Борис живее всех живых. И вот мемориальное место... Мемориал Бориса Немцова. Мост уже называется на роде Борис Немцов мост. Да? Всегда там цветы. Какие бы негодяи ни приходили и не разрушали, этот мемориал он возникает. Это на протяжении всех лет. Я благодарю всех москвичей, которые, и не только москвичей, которые поддерживают этот мемориал. Это такое упорство, завидное, не знаю, не завидное, упорство. А кто говорит, что есть люди в стране и нас не заткнуть. И в Нью-Йорке перед посольством российским, да? Да? Площадь назвали... Это в Вашингтоне. А, в Вашингтоне, пардон, в Вашингтоне назвали площадь имени Немцова. И на доме, где жил Немцов, табличку все-таки сволочи не снимали, все-таки добились оппозиционеры, и она есть. И сегодня Немцов живее всех живых. Итак, я заболтался, друзья. Спасибо, что вы лайкаете и не утомились от моего рассказа. Ему я не мог этого не сказать. Итак, песня «Наш город». Через дремучее болото, пугая леших и чертей, пришел к заливу мудрый Петр, во славу родины своей. Собрал по свету демиургов и лучших зодчих на Руси. Назвал наш город Петербургом и помолился. И помолился небеси, что это наш город, это наш город, мы его в обиду не дадим. Это наш город, это наш город, от мандалов диких защитим. Это наш город, это наш город, он живой. Не печалься мы с тобой. Когда фашист в лихие годы затеял мира передел, потомок Шиллера и Гёте был зверь, нарушить не посмел. Не знали люди Ленинграда, и старый млад годился в бой. Наш город пел в кольце блокадном, голодный, мрачный, но живой, что это наш город, это наш город, мы его в обиду не дадим. Это наш город, это наш город, от мандалов диких защитим. Это наш город, это наш город, он живой. Не печалься мы с тобой. Но вот явились мародеры, Газпромов дикая орда, в Кремле варьё и в Смольном воры, они готовы нас продать. Идут бульдозеры на город, на память дедов и отцов. Каждый дом и сквер нам дорог, пора гнать шею. Пора гнать шею подлецов, ведь это наш город, это наш город, мы его в обиду не дадим. Это наш город, это
Это наш город от вандалов диких защитил. Это наш город, это наш город, он живой. Не печалься, мы с тобой. Вот такая песня была, есть и будет, и исполнялась она неоднократно. Я надеюсь, что еще неоднократно с вами ее спою. Но в передаче «Песня 21» она звучит всего один раз, как и любая другая моя песня. Пока все песни не спою, передача не закроется, но исполняется по одному разу. Спасибо за ваши лайки, за ваше присутствие, за ваш интерес, за то, что вы делаете перепосты, делитесь со своими друзьями. Конечно. Что забыл сказать? Конечно. Я забыл сказать про то, что сегодня, конечно, у многих людей день рождения. Я поздравляю, у кого совпал наш эфир с днем рождения. Кстати, Лилию Рязанцеву. Да? Вчера был у нее день рождения. Лилию Рязанцеву поздравляю с днем рождения. Маша была, кстати говоря. Маша сегодня. Маша сегодня, да. И сегодня день рождения. Вчера у Саши. А вчера у Саши Заславского. И это тоже такой очень важный момент. Я хотел бы его прилюдно поздравить от имени всей музыкальной оппозиции. Потому что, честно говоря, сейчас он единственный представляет нас на всех митингах, по большому счету, в Петербурге, которое происходит. Потому что Барзыкин свалил в этот самый. В Швеции. Нормально. Я тоже свалил. Вот. Юлианыч как-то так не ходит на митинги. И, в общем, Заславский единственный за нас со всех. Саша, держись. Отдувается. Саша, держись, одевайся потеплее. Мы тебя поздравляем. Мы тебя поздравляем и желаем, чтобы тебе... Чтоб струны не лопались на морозе. А там, видишь, я подъеду. Вот. Вот такая песня, такой день, такие юбилеи, печальные и не очень, и радостные. И встретимся, если все будет нормально, в субботу, правильно, Елена Пичука? Да. Да, в субботу встретимся, это же время. Вот, репортаж, видео, где мы... Если будет электричество. Да, если будет электричество. Иначе придется крутить педали, динамо крутить, понимаете? Вот. Тут всякое бывает у нас. Вот крепко вас обнимаю. Учителей, учеников, наставников и у тех, кто учится у меня чему-то. Берегите себя, берегите природу, берегите близких. И берегите наш город. Берегите наш город. Мы его в обиду не дадим. Ну, нас мы тоже берегите, да и всю Россию берегите, планету Земля. Все, заболтался. Пока всем. До субботы. До субботы.